Всем привет! Сейчас я расскажу вам о своем опыте голодания. Почему я на это решилась, что со мной происходило и каких результатов мне удалось достичь. Если вы являетесь моим постоянным зрителем, то знаете, что раньше у меня было очень много проблем со здоровьем. В то время меня буквально можно было назвать инвалидом, так как я не могла делать даже элементарные вещи по дому. Мне ничего не помогало, и я решила перейти на растительное питание. Также позже я отказалась и от глютена, так как оказалось, что у меня целиакия. Растительное питание буквально вытянуло меня из этого ужасного состояния. Многие мои болезни улучшились или исчезли. Все эти положительные изменения в здоровье были очень резкими, быстрыми и яркими, но потом я дошла до определенной точки, и мое восстановление замедлилось. Я, конечно, понимаю, что большинство проблем у меня из-за больного кишечника, который сильно повредился целиакией, и на его восстановление могут уйти годы, но последствия этой болезни очень мучительные. Например, астма, артрит и аллергия. Просто представьте, насколько мой кишечник был поврежден, что организм принимал ну, очень ограниченный список продуктов. Можно просто по пальцам пересчитать то, что я могла есть. Я имею в виду, что многие продукты у меня вызывали всевозможные аллергии, пищевые непереносимости и аутоиммунные реакции. Так вот, почему же я все-таки решилась на голодание? На самом деле, важную роль в этом сыграл мой муж. Он часто говорил мне, что следует использовать этот шанс изменить свое здоровье к лучшему. Я давно знала о голодании, рассказывала об этом мужу, но до дела все не доходило. Мне было сложно на это решиться, так как голодание – это довольно рисковое дело. И ты не можешь знать, как именно твой организм на это отреагирует. Мы говорили об этом, говорили, и тут в какой-то момент я поняла, что сколько можно уже откладывать. Нужно действовать решительно и незамедлительно. Кстати, доказано, что голодание делает кишечник менее проницаемым, то есть он начинает эффективно заживать. Как же проходило мое голодание? Я голодала 4 дня на воде и 2 дня на воде и соке. Голодание я пережила, мягко сказать, тяжело. Второй день голода для меня был самым сложным, так как было такое ощущение, что болело практически все. Это было настолько невыносимо и мучительно, что мне реально казалось, что я умираю. Но несмотря на такое плохое самочувствие, я решила продолжать дальше и не выходить из голода, так как знала, что такая реакция может быть, и это наоборот хорошо. Таким образом, организм показывает, что процесс исцеления уже запустился. На третий день у меня сильно обострилось обоняние, некоторые запахи я просто не могла переносить. Например, помню, как муж готовил себе блюдо с капустой, и когда этот запах заходил мне в комнату, то меня прям выворачивало от него. Так сильно он был мне противен. На четвертый день у меня началась сильная рвота с желчью. Все начиналось с изжоги, которая меня не покидала ни на секунду. И когда она становилась особенно невыносимой, то меня начинало жутко тошнить и рвать. Так продолжалось четвертый, пятый и шестой день. На седьмой день я уже выходила из голода. Выходила я 3 дня. Начала со смузи. Это батат, финики и тыква, и закончила гречкой с овощами. Почти весь процесс голода я не вставала с постели, на это просто не было никаких сил. И это, конечно, очень плохо, так как мышцы за эти дни бездействия очень ослабли, и мне приходилось после долго их тренировать, чтобы элементарно встать с постели. А теперь я расскажу вам о результатах моего голодания, о тех изменениях, которые я заметила на данный момент. Самые ощутимые изменения произошли у меня в кишечнике и иммунной системе. Почему я так думаю? Первое.
потому что мой артрит практически прошел. Иногда может что-то поболеть, но эта боль легкая и кратковременная. Второе. Пищевых аллергий стало намного меньше. Например, я могу съесть немного яблока и банана, от которых раньше у меня была жуткая мигрень с аурой. До этого, кроме фиников и из фруктов, я есть ничего не могла. Третье. Что касается астмы. Моя астма после голодания сильно улучшилась. Если раньше я не могла есть большинство продуктов, то сейчас ем разнообразную еду, попробовала уже более 20 продуктов, и она не вызывает у меня никаких астматических симптомов. Раньше, например, даже очень малое количество зеленого горошка у меня вызывало дикие симптомы. А сейчас я ем его каждый день и не в малых количествах, и со мной ничего не происходит. Итог этого всего таков, что если до года я могла есть буквально несколько продуктов, то сейчас их уже более 20, и список этот постоянно расширяется. Я спокойно могу кушать многие продукты в свое удовольствие и не бояться, что у меня будут от них всевозможные негативные реакции. Что еще изменилось после голода? Первое. Я чувствую легкость во всех органах. Это сложно объяснить, но я чувствую себя чище внутри, будто мой организм прошел через автомойку. Второе. Еда после голода ощущается по-другому. Она более яркая и приятная на вкус. Третье. Во время голода у меня произошло некое переосознание своей жизни. Все ненужное из мыслей ушло, поменялись взгляды на какие-то вещи. Жизнь приобрела еще большую ценность. Знаете, когда во время голода ты лежишь и тебе так плохо, что кажется, что ты умираешь, то разные мысли лезут в голову, в том числе негативные. В такие переломные моменты ты свою жизнь начинаешь очень тщательно анализировать. И в результате этого анализа ты меняешься внутри. Голодание было сложным для меня испытанием, как моральным, так и физическим. Но, несмотря на все это, я не жалею о пережитом. Голодание улучшило мою жизнь, сильно изменило меня внутренне и дало понять многое. Это ценный и полезный опыт, который я не забуду никогда. Я никого не призываю прибегать к голоданию. Это ваш выбор, ваша ответственность. Прежде всего, вы должны быть достаточно осведомлены об этом. Знать всевозможные риски и симптомы, которые могут застать вас на голодании, так как это очень серьезное дело. В данном случае халатность недопустима и может стоить вам жизни. Будьте здоровы и всем пока!